Ребята, всем привет! Сегодня начинается новый рейс. Рейс начинается из Москвы в Сасово, город. Или что это? Это у нас Рязанская будет область. Нахожусь на путях в Москве. Это у нас Перово. Вот. Извиняюсь за ветер. Сегодня в Москве холодно, минус 15, я проснулся, получил вот документы, грузим колесные пары и везем это дело в Сасово, Рязанскую область. Так что сейчас я получил документы, иду к машине, сейчас меня загрузят, ну и поедем, поработаем. Прямо меня будут грузить. Если видите, там стоит моя машина. Сейчас мы спустимся, пройдем к ней. Я вам кое-что еще покажу. Вот такая вот, ребята, здесь дорожка к проезду. Я вчера тут кое-как пробрался. Вон стоит МАН. И вот в горочку я вчера тут пробирался. Очень печально. Где-то даже лопатой кидал снег, чтобы заехать. Здесь я развернулся и здесь поехал назад. Там у нас эстакада, на которой будут меня грузить. Фух. В общем, заезжаем, расчехляемся и грузимся. Вот так вот. Так, ну все, заехал я на эту эстакаду. Вот они, колесные пары, которые будут мне грузить. Наверное, от этих вот. Так. Вот. Вот так вот. А, и вот еще прикатили колесные пары. Наверное, или вот эти будут грузить. Торг. Видите, почему расскажу. Вот эта часть у них изнашивается, вот она, видите. Они там тормозят, буксуют, вот. И их отправляют на ремонт, вот. Я увезу их. Отремонтируют, наварят, отшлифуют, что-то с ними сделают. И потом привезу обратно. У меня будет кругорейс туда-обратно. Поэтому все так вот очень просто. Вот они, видите, до чего разбитые. А это потому что на рельсах всякая херня валяется. Поэтому их так и разбивает. Вот так. Ребят, мы все загрузили. Ремнями я стянул. Упор забил. Упор вот такой вот. На всякий пожарный. Вот это она у нас на буксах. Никуда не денется. Все. Вот так поедем до Сасово, Рязанской области. Вот такая, ребята, здесь клоака называется. Короче, мне выезжать сейчас прямо. Здесь ездят вот эти вот эвакуаторы, плюс легковушки, короче. Капец полный. Вот сейчас фура поедет.
Это вообще жесть. Вот, а я вчера здесь копался. Сейчас фура будет тоже здесь копаться. С Москвы сейчас толкаюсь в Балашихе. Как обычно, здесь пробка, говорят. Ну, время-то как раз, ребят, 5:56 вечера. Еще бы тут не толкаться. Мне кажется, по любому городу можно толкаться в это время. Газпром солярку сдавал, сдал в канале. И еще такое, ребята, сообщение вам. Вернее, рассказ. Загрузили мне 7 колесных пар. Посоветовавшись с ребятами, кто возит эти пары на одиночке, это перегруз, говорят. Типа, они возят по 6, у меня пробьет заднюю ось. Где-то, ну сколько, наверное. Она от тонны 100 до тонны 300 весит. И вот сами посчитайте. Почти 9 тонн. Ну, по идее, разложено все четко. Я должен пройти по весам. Ну, не знаю. Что-то как-то не особо мне верится в это. Надеюсь, что все пройдет удачно. Я эти весы звал полученные. Просто перееду на ура. Рязанские причем. Так что, ребята, я вам расскажу результат проделанной работы, пройденного пути, как это будет. Пока ничего не знаю, но предупредили, что возможно будет перегруз. А если бы я знал изначально, когда мне грузили седьмую, я бы вообще бы ее не стал грузить. Но так как меня не предупредили, получается, и да, они могут загрузить меньше, да, то получается, что я оплошался сам. Как сам, опять же. Им пофигу, они могли и 9 загрузить, и 10 этих колесных пар. Им чем больше, тем лучше. А мне вот нет. Если бы я знал, что так оно будет. Я посчитал по тонне 100, да, по минималке. Ну, 7800. Все, думаю, ну 8 даже если. Ну пройду я по этим весам с восьмеркой. Это я точно знаю, что я пройду. Ну вот сейчас не знаю, будем смотреть вообще, пройду я, не пройду, поэтому. Короче, жопа, ребята. Полная жопа. Не знаю, как это все будет дальше происходить. Вот пока вот так вот. Толкаюсь в пробки и думаю. Так, ребят, сейчас будет самое главное. Проезд через весы. Дай бог, ребята, чтобы я проехал. Дай бог. Просто дай бог, чтобы я проехал. Thank you.
Короче, ребят, ура, я проехал. Получается, у меня 7 пар. Ну, я не знаю, от 700 килограмм до 9 там смело было. Ну, может, весы что-то не было, может, еще что-то как-то. В общем, вы меня поздравьте, я прошел весы пока без всяких проблем. Все, дальше у меня весов нету. Сейчас найду стояночку с прачкой, постираюсь, наверное. А завтра снова с утра доеду. Мне ехать осталось всего 180 километров до конечного пункта назначения выгрузки. Поэтому скоро буду там. Такая, ребята, дорожка у меня сейчас складывается. Свернул с М5 на Сасово. Бедная моя машина. Ну что же ей такая дорога? У меня еще, я вчера повторюсь, 7 пар меня загрузили, поэтому на передок у меня давит вес нормальный. Но почему у меня пробивает его? Это потому, что у меня стоят рессоры, ни хрена не мановские, а какие-то вообще непонятно какие и непонятно от чего. Они новые, все там, но смысл в том, что они слабенькие. А такую машину одиночку, любую одиночку, надо грузить больше наперед. Мазов, да, их вообще надо грузить, я не знаю, там просто наперед, потому что там кузов идет смещение назад, а у меня он больше идет смещение вперед. Поэтому мне еще в этом плане попроще. И тем не менее, все равно на заднюю ось можно схватить перегрузы. И сейчас обратно я вообще без понятия, сколько мне загрузят. У меня же кругорейс, получается, везу я туда 7, если могут их выгрузить и загрузить другие, а могут эти же пары отреставрировать и обратно загрузить 7, так же довести. Ну посмотрим, что, как это будет. Ночевал я, получается, стояночка в этом, перед Шацком, километров, наверное, 30, не доезжая. Забыл ее опять, как она называется. Нормальная стояночка. Вчера отдал вещи в прачку. Вот. Все постирали, все погладили. Так что меня это очень радует. Вот такие, ребята, тут домики. Люди тут живут уже, наверное, половину повымирало. Что-то ДАФ стоит, еще за ним кто-то стоит. Еще один ДАФ. Два ДАФ. Да, ДАФ мне тоже, ребят, нравится на самом деле, не только маны. Здесь уже даже снегов таких, смотрите, нету, да? Здесь даже потеплее, минус 10, ночью было минус 20. И нормально я там сегодня с утра позавтракал такой. Вообще шикарно. Поэтому стояночка шикарная. Блин, забыл, как этот поселок-то называется. Вылетело из головы. Ну ладно, не суть. Не столь важно. Как-то на П. По-моему, на П. Так, ну а мне ехать 36 километров до места выгрузки в Сасово. Итак, господа, приехал я в Сасово. Да. Вот такая вагонная мастерская. Доехал нормально. Тепловозы тут ходят, ездят. Чувствуется все-таки перегруз, видно, что он есть. Вот так вот. Сейчас меня выгрузят здесь. Видите, здесь вон рамы, колеса, сцепки. В общем, все это тут ремонтируется, видимо, делается и отправляется обратно.
Так, ну что, посмотрим, как там это все доехало, в каком состоянии. Так. Доехал это все. Нормально, вот он, упорчик мой, видите, который я ставил. Сейчас старую дверь откроем. Так. Пошел оформлять документы, пока попал на обед сейчас. Все на обеде. Так. Ремешки натянуты. Колеса стоят. Все, господа, получил документы. И опять мы возвращаемся в Перово, где я грузился. Это шоссе энтузиастов. Или проезд энтузиастов. Как-то так. Да не, нормально. Перегруза не будет, я думаю. Поедем. Проезжаю Рязань. Это у нас окружная дорога Рязани. Заправился на Роснефти. Соточку взял. Не взял у кого-то, а заправился за наличные, за свои. Сейчас вот надо найти нам кафе, потом еще надо найти душ, где-то уже где-то рядом, здесь вот на объездной это все должно быть, подсказал мне один человек, что где-то здесь это все есть, подписчик. Наконец-то я помылся, чистенький, свеженький, переоделся, покушал, кстати, кафе «Восточная кухня» сразу после Рязани, кормят нормально, ребят, так что проверено маном-дальнобоем, кормят нормально, ну, кто любит остренькое, тем не менее, и... Душ тоже, душевых много, есть прачка, все есть, так что, ребята, проверено мною. Всем привет, ребята! Сегодня утро 23 февраля. Всем спасибо, кто меня поздравил с утра. Проснулся. Да, поздравлений куча. Так вот, ребята, спасибо вам. Я собрался пить кофе. Время уже на самом деле 9 утра. Я, как обычно, только проснулся. В это время сейчас попью кофейку по-быстрому и пойду отдавать документы, чтобы меня выгрузили. Не знаю, во сколько сегодня меня выгрузили, если тогда они меня только к вечеру только загрузили. Интересно, не знаю, во сколько они меня выгрузят. Но я на том же самом, кстати, месте, в Перово. Станция Перово, это как-то так вот обозначается. Поэтому, я думаю, сегодня меня выгрузят, я пойду со спокойной душой на выходные. Буду отдыхать, ребята. Правда, не знаю, где я машину поставлю. Но отдыхать надо. За всю неделю,
что я работал, а я работал только, получается, да, здесь. А, я выгрузился в начале недели, да, и поехал на Рязань. Ладненько, увидимся, ребят, на выгрузке. Все, выгрузили пары. Вон они, я уже зачехлился. Вот такой вот кузов пустой. Ремни. Ребята, все, я уже выгрузился, так как сегодня 23 февраля. И надо что-то думать на выходные, в общем. Новый рейс начнется с понедельника или со вторника, точно не могу сказать. Так что, как обычно, подписывайтесь на канал, не забывайте. Вот, потому что новое видео вы увидите только потому, как вы подпишетесь, поставите колокольчик с правой стороны сверху. Ну и всем удачи, всем пока. Всех уже с прошедшим 23 февраля.